Первая информация, которая поступила о произошедшем в школе номер 9, сработала система пожарной сигнализации. Возгорания нет. Однако небольшое задымление видели из окон жителей ближайших домов на Советской армии. Пожарных, милицию, скорую помощь уезжала. Это было буквально час назад, ну, может, полтора. Я с детьми гуляла. А дым был? Ну, немножко был, но там видно, что тушили, потому что из шлангов вода выливалась, их не такая вот, чем они тушат. Официальной версии произошедшего, которую озвучили позже, в школе сработала система противопожарной сигнализации. Учеников эвакуировали, на место выехали 12 расчетов. Было установлено, что загорелась куртка в раздевалке. К месту происшествия были направлены силы и средства по рангу пожара номер 2. 12 автомобилей и более 40 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Должностными лицами объекта была проведена эвакуация более 580 человек. Однако, как рассказали школьники, один из учеников 5 класса играл с огнем и случайно поджег куртку. Первыми пожар увидели ученики, которые занимались в классе напротив. У нас там просто еще на всякие пожарные, мы цветы когда поливаем, у нас там стоят бутылки с водой. 5-литровые баклажки, обычные. И мы ими заливали пожар вот эту вот, набирали, там у нас раковина, дверь недалеко стоит. Набирали воду и заливали воду. Вы сами тушили? Да. Представитель школы от интервью отказалась, ответила только на один вопрос. Ну никто не пострадал из учеников-то? Все хорошо. Все хорошо. По словам учеников, сразу после инцидента занятия остановили, всех отпустили домой. В учебном заведении еще будет решаться вопрос о компенсации ученикам, чья одежда сгорела. Не исключено, что сделать это придется родителям школьника, который играл с огнем в раздевалке. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».